Всем привет! Добро пожаловать на обзор BMW 520 1998 года выпуска. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Я извиняюсь за то, что автомобиль грязный. Давайте не будем терять времени и начнем. Пятиступенчатая механическая коробка передач. Автоматические стекла. Двигатель двухлитровый, 150 лошадиных сил. Дюймовые диски с дисковыми тормозами. Размерность шин 225 на 55. Электрорегулируемые зеркала, стекла, блокировка стекол, колонки. Руль регулируется только по наклону, по вылету он не регулируется. Этот автомобиль имеет пробег 222 163 километра. Давайте послушаем звучание двигателя. 2 литра, 150 лошадок. Аудиосистема AM/FM с RDS. Двухзонный климат-контроль. С различными зонами. Размораживатели переднего и заднего стекла. Прикуриватель. Пятиступенчатая механическая коробка передач. Задняя. Центральный замок.
Хит FM. Сам сделал вес. Радио Алексей Манойлов на Европе плюс. Очень качественно собранный автомобиль. Комфортное сиденье. Подъемники, колонки. Подлокотник мягкий. Задним пассажирам вдвоем будет очень комфортно. При моем росте в 188 сантиметров я разместился с первого раза с большим комфортом. Большая пепельница. Крышку багажника можно открыть с водительского сиденья. Приемлемый багажник для своего класса, просторный. Запасное колесо. Стеклоподъемники, колонки, пепельница, логотип BMW на порогах. С механическими регулировками также и пассажирское сиденье. Панель приборов и центральная консоль слегка повернута к водителю. Выверенная эргономика. Комфортные сиденья. На этом обзор BMW 520 1998 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и до встречи в следующий раз.